Всем добрый день. Вы на канале ВЖНИ Томская область. Я рабочий день. Развожу продукцию по точкам. И вот сразу же сниму аттракцион. Какой аттракцион? А вот аттракцион, он за мной. Человек колет дрова. Сейчас я отдам. Отнесу. И подойду, познакомлюсь с человеком. И расскажу, что и как. Чё к чему. Тормози. Поближе подойдем и посмотрим, что там человек делает. Добрый день! Здравствуйте! Покажите, что за агрегат такой чудной. Первый раз вижу, когда человек не работает руками, а головой. Да, ну вы так что наговорите. Колун такой. Это вы сами придумали или где-то подсмотрели? Ну это так, выкидывайте, на ютубе есть всякие. Ну-ну. Ну я тоже снимаю для ютуба, ну так... Я не видел, чтобы так оригинально было сделано. Да вот не оригинально. Там гидравлический, да всякий. Ну. Там. Не, вы на меня сильно не отвлекайтесь, а то это... Можно и пальцы отрубить. Можно, но... В принципе, ничего особенного. Да. Но пружина жигулевская или от чего это стоит пружина? Жигулевская. Передняя, задняя? Ой, не знаю. Да. Ну какая была, да? Да. А рычаг какой длины? Где-то... Где-то... Ну. Вес вот ну. А внутри песок, железо. А, то есть вы вес усиливали. Ну, получается не сразу, а вы экспериментальным путем подбирали вес, нагрузку. Ну, раз попробовал, не получилось. А, вон как надо. Ну, а потом это... Ну, машину можно дров за раз, за это... Ну. А то вот сам в деревне живу, как дрова рубить, так, блин, проблема. Самому некогда, а нанять это, елки-палки, найти кого. Ну, а мне на баню надо было, думаю, да ну нафиг, попробую ну. Так сделать. Ну у вас-то по улице, я вижу, идет газ. Ну, да. Это чисто для бани. Для бани. Пачка электрода, железо какой нашел, собрал. Что было из подручных? Бабушка, супруга колет нем, пробовала. А долго делали? День. День? Ну, елки-палки, ну вы молодец. Ну вы мастер на все руки. Ну я знал, что вы, конечно, это умеете, но чтобы до такого догадаться, я не мог. Я у нас в районе, я вижу первый раз. Ну я тоже не вижу, правда. Мне же интересно. Пробуйте. Да, какое у нас усилие. Ну нормально, слушай, одной рукой. Мужику легко. Приподнимать надо. Да. Песок-то есть. Ну какие толщины. Ну. А, это песок ты задумаешь, что толщину. А нужно попереновиться надо.
конечно, технику безопасности надо соблюдать. Ну ладно, а то я так ему дрова перекалю. Спасибо вам большое. Что дали попробовать. Так что, саргачане, кому интересно, приходите к человеку, он дров наколет. Понадобится, он вам сварит такую же приспособу. Ну а на моем канале подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Всем пока.